Да, кое-как победил я первый круг. Попытки, наверное, 20-й. Охренеть тяжело. Так, меня это Сахарок или как там ее? Саха предложила встретиться наверху. Ты надо тут, террась. Ну и что ты хотела? Наконец-то мы одни. Так о чем ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. Это каким боком Я бы не плавало? стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Воровка, что ли? Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. От кого ты это слышала? Тебе От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. И, как я поняла, на тебя можно рассчитывать в правом деле. Не, я играть буду. Ну хорошо, допустим, я тебе помогу. Я, разумеется, поделюсь деньгами с тобой. А что, если я выиграю турнир? Тогда у меня к тебе будет другое предложение. Какой у нас план? Когда будет надо, я все скажу. Пока что просто будь начеку. А если вылетишь из турнира, просто побудь здесь до конца. Увидишь, оно того стоит. Я карты, бляха, собираю. Загадочно, но допустим. Замечательно. В таком случае вернемся к остальным игрокам. Я собираю карты в первую очередь. Меня остальное как-то мало волнует. Высокие ставки тоже у меня. Наконец-то я выиграл этого козла. Ой, бля, 6 часов я потратил на эту миссию. 6 долбанных часов. Это капец какой-то, короче. Жесть. Что за карта досталась? Превосходная игра. О, достижение получил. С удовольствием вручаю вам награду. Вор! Деньги украдены! Стражника зарезали! Что? Как это возможно? Денег никто не касался. Всех, кто выходил, мы проверяли. Надо обыскать здание. Каждый, кто пройдет проверку, может уходить. А ничего, что у меня с собой бабла больше раз в 20. Это не я. Можешь даже не спрашивать. Я так и подумал. Такого я не ожидала, но... Наш уговор остается в силе. Попробуем отыскать деньги вместе. Согласен. С чего начнем? Поднимемся наверх. Подожди. Этот ведьмак – хороший знакомый капитана Хансена. За небольшую плату он может осмотреть место преступления. За плату? Но ведь... Разумеется, мы рассчитаемся с самим капитаном. Как он после ранения? Ему уже лучше? Ну, я слышал, что да. Рада это слышать. В таком случае мы пойдем наверх. Милота, милота. Так, в общем-то, перекусил. В общем, здесь вот эту вот игру, если будете играть на уровне сложности последнем, ну, пройти можно. Правда, приходится по 10-15 раз переигрывать у всех, даже самого первого. Единственное, что мне очень сильно не понравилось, то, что после второго идет, в общем-то, сразу потом игра с этим Боу-эльфом, дебилом, который на вас кулаками кидается. Не пропустите, главное, первый удар. Не пропустите первый удар, будет все в порядке. Я его победить-то смог с третьей попытки, правда. Но, блин, переигрывать этого гнома... Ой, не гнома, а... Двух сразу подряд противник, это писец какой-то. Милостивая госпожа, если вы увидитесь с капитаном, будьте так любезны упомянуть. Это все, мой любезный. Ты можешь идти. Ведьмаку нужны абсолютная тишина и покой. Ну еще бы. Неплохо у тебя вышло. Ты правда знаешь этого капитана? Да, ужасный человек. Ну, принимайся за работу. Жесть, его тут покромсали.
Раны нанесены под странным углом, но очень профессионально. Рост меня интересует в первую очередь. Геральт, ты, блин, тоже даешь. Чудик-юдик. Если потому, что это карлик был, то раны должны быть нанесены под определенным, во-первых, углом и рост. Похоже, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. Да. Интересно, а что было бы, если бы я не выиграл? Ну, террасы. Опа. Арбалетный болт. Кто-то привязал к нему кусок веревки. Она явно отрезана. Может, вор спустил на этой веревке мешок с деньгами? Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревке, а после спокойно прошел мимо стражника. Да ну. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может, на улице остались какие-то следы. Пошли на улицу, что я могу сказать еще? Пойдем. Ну ладно, главная карта выиграла, остальное пофиг то. Честно говоря, мне это золото ни сбоку, ни с припеку. 9000 золота с нынешними наценками в этой игре – это копейки. Ладно, потом это задание выполним, блин. Зашли, называется, не в ту дверь. Где там терраса эта дурацкая? Ну ладно, что взял, то взял. Все мое. Так, мне нужно найти террасу. Где этот балкон-то их не дурацкий. С другой стороны здания, что? Ну и улыбка. Как лопнувший шрам. А нафиг? О-о-о. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь осмотреться. Откуда этот запах здесь? Корица. Странно. Я ничего не чувствую. Запах корицы-то я понял. Ага, вот по аромату пошли. О, этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть, выпало из повозки. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. Меня так и разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Нет, у меня сейчас задание, сорян, другое. Резко неожиданно. 26 уровень, высокие ставки. Ладно. Так, где склад-то хоть здесь? Далеко? Блин, пешком бежать ненавижу, бегать пехом, ну да ладно. Погнали. Порядок есть порядок. Не ожидал, что я тут забреду на совершенно другое задание, идя на одно, но да ладненько. А? Куда? Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя. Я же понятия не имел, что она магией занимается. Не знание не освобождает от ответственности.
А что? Что освобождает? Не, далекая пробежка, я вам скажу. Так, погоди-ка, у меня там по инвентарю-то хоть. О, место навалом. Такие 10-километровые легенькие пробежечки. Полезные для, для здоровья. В чем дело? У нас, сударь ведьмак, беда. Ищем мы раненого товарища. Ну и найти его не можем. Бедняга, должно быть, кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Так может, и к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь. Может, вы сперва мне дадите след? Ах да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Вонь сточных вод я везде узнаю. Так. Блин, не успел вы нажать. Как-то быстро стало пропадать задание. И какое оно? Так, бери, что хочешь. Мастер Броникс. Дополнительные все задания, да? Так. Не очень-то мне это все интересно. Ведьмачьи заказы? Нет. Школа кота — это вообще не то. Блин. Посетить мастерскую и знать больше. Его ремесле. Дополнение каменные сердца. Просить селян. Ага. Это тоже каменные сердца. Да уж, милые селяне. Ага. Вот он. И оно вообще без уровня. Вечный огонь. Ну почему я? Это уж забавно. Блевать или не блевать? Вот в чем. А! Какому, бляха, запаху крови я могу пойти? Как это я здесь бегал и ничего не лутал? Кто это не объяснит? Сюда бы он не полез. Ведьмак что-то напутал. Ага. Мило. Так, перезагрузился. Надо комп перезагружать уже. Так, ну сейчас оно загрузилось, должно быстрее загружаться. А, ну я понял. Здравствуйте, приехали. Так, понятно. Ничего не воровать, ничего не трогать, ничего не делать, блин. Теща моя, старая суккубика, волю к жизни из меня высасывает. О, нашел. Отлично.
отпечатки башмаков. Следы ила из водостока. Что из ушей кровь пошла? Нелегко будет отыскать мага в этом муравейнике. Легче, чем тебе кажется. Достаточно пустить правильный слух. Это как? Распускаешь сплетни, что у тебя отец болеет. И помочь ему может только эликсир. Придется пожрать. Кровь свежая. И бандитам помогаю для полного счастья. А то войска за рекой меня несколько беспокоят. Смилуйтесь, господин. У меня больной ребенок. Да не один. Чё цепляешься, грязнуля? Не видишь, я занят. О, кажись, я же штаны остал. Не-не-не. Сюда я пошел. Везде все прилично. Ага. Весь день я, мне, мое. Как он раненый, так мог далеко пройти вообще. Не блевать. Вот незамеченный к тому же. О, вот и он, благодетель наш. Вот где ты, сукин сын. 5 пудов чистейшего фисштаха нам спалил. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, ведьмак. Забирай кассу и уматывай. А теперь я вас убью. Чудо чудное. Ведьмак защищает охотника за колдуньями. Не хватало еще, чтобы мышь за котом гонялась. Я не шучу. Нет? Ну давай поговорим по-серьезному. У тебя сегодня плохой день. Тарарам, тарарам, тарарам. Странно, ты как-то двигаешься, Геральт, в этот раз. Ожидал я спасения из твоих рук. Может, не стоит судить по внешности, а потом научить этому фокусу своих друзей? Слушай, я потерял много крови. Мне нужен медик. И побыстрее. Поможешь мне? Да чего ж вы вежливые становитесь, если вам чего-то нужно? Ладно, пусть это будет на моей совести. Давай руку. Я же их не полутаю, вы чё прикалываетесь? Ёпта, Изи. Фу. Полутецкий мой попал. Обычному человеку я бы поставил диагноз анемия. Но ты совсем не обычный. Ты ведьма. Как отсюда выбраться, если что-то такое? Больница такая, что? Говорят, нашли еще один такой же труп. А знаешь... Баба обезгла. А, спят. А что там происходит? Опять эти дебилы дерутся. Да, эти никак не прекратят бессмертные драться. Так, ладно, ну не полутал я тех парней. Это, конечно, хреново, ничего не поделаешь. Так, мне уже начинает надоедать это на скеллиге. Высокие ставки, да? И сейчас пойдем по высоким ставкам. Так, ну что ж, 20 минут надо еще поснимать. А потом будет у меня долгое, нудное... Блин, долбаная крыса! А, убивают! Я вижу крыс. Бей ты ее! И капец, одной крысой еле справился. Пошли вы нахрен, крыса. А чё крыс так много, слушай?
Что? Веди себя прилично, приблуда. Вали отсюда, олень! Это Новиград, а не твоя долбанная пещера. А когда ты последний раз мыл голову? Ладно, пошли на склад. Так, 6 часов. Нормально, сейчас как раз доснимаю и буду две серии склеивать. Я услышал хрю-хрю. А, нет, там эти стражники. Охота мне с ним связываться. Хотя мяса у меня и так хватает, так что мы. Мясо ориентировочно мне должно до конца игры хватить. Теории, правда, да ладно. О, блин, привет, ребят. Как дела? Демоны. Игра. Там корень полностью охренела или озверела просто. Зараза. Мне Новиград уже нравится. Когда более-менее адекватные загрузки, но, правда, не слишком сейчас адекватные. Игра все-таки утяжеляется. Это чувствуется. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Плевать? Или не плевать? Вот сдавайте неправильные книги. Таких, как ты, вообще в Новиград... Сдавайте неправильные книги, в особенности гримуары. Да, если изучать историю, тот, кто читал, тот прекрасно знает, что во время Инквизиции... У нас в России вроде только не было Инквизиции, сколько я помню. В остальных странах баб красивых перемочили. Сегодня почтовый корабль не пришел. До сих пор меня это поражает. Откуда, так сказать, взялись эти люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Ну правильно так? Столько баб перемочили. Не с кем было? Внутри шестеро. Дверь я открыть не смогла. Значит, найдем другой путь. Может, дверь я открою, да просто им всех убьем? А, блин. Ой. Да уже понятно, что через эту хрень надо забираться. Ага, сейчас. Так, тихо-тихо. Так, внутри шестеро, да? Я лучше сохранюсь, пожалуй. Боже. Мне, в принципе, эти деньги не нужны, но вот интересно все-таки. Пусть там такое есть. Помимо денег. Это зараза. Попробуем войти здесь. Давай вперед. Ну и как ты здесь попробуешь войти? Не расскажешь? Нет. О, вижу, вижу. Много тут интересного, а? Я вот никого пока не вижу и не слышу. Ё-моё, сколько здесь вкусного-то всего. Он не зря я сюда приперся.
Так, это двери, это меня не интересует. О, блин. Ну, кто бы сомневался-то, а? Мелкий шибздик. Который из них Гортензия? Тот, высокий. Игра окончена, Тули. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придешь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты, нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Так. Что происходит? Все очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Какая разница, на кого нашпионишь? Я за золотом пришел. Попробуйте ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Ого. О, ребят, у моего уровня. Ого. Че, всем хорошо видно? Ах, славная работа. Откуда меч достала? Я его не подозревала, а он-то меня, наверное, давно раскусил. Низушки бывают непредсказуемы. Во всяком случае, у нас получилось. А теперь насчет того, чтобы поделить деньги. Вот именно. А что за предложение должно было убедить меня с тобой поделиться? Уже не важно. Нашли мы деньги вместе, а поэтому поделим их пополам. Знаешь что? Приглашаю тебя на ужин в Зимородок. Надо отпраздновать мой последний день в Новиграде. С удовольствием. Так, тихо. Я опять полутать не смогу. Да вы издеваетесь? Серьезно, я полутать опять не смогу. Да ёшкин ты, матрёшка. Ух! И оказалось, что эта голубоглазая проститутка его сестра. Он не мог в это поверить. Ну надо же. Попросил, чтобы я снова встретился с ней в доме ночи. Очень интересно. Нифига не интересно. Может, скажешь конец этой истории наверху? Хорошая мысль. Отлично, иди давай. Достал ты меня уже. Блин. Да, все круто. А вот я полутать не смог. Исчезла. Ушла, не попрощавшись. А письмо тебе оставил. Может, она там и попрощалась. А вот я вот не полутал ни хрена. Даже маску не снял, дебил. Или на другое место ее нацепил. Кому интересно, я с трудом удержался от того, чтобы стянуть у тебя карты и деньги. По крайней мере, прочитать письма, которые распиханы у тебя по всем карманам. И сложно избавиться от старых привычек. Ладно. Броня твоя-то хоть где чудо-юдо. Вот, блин. Как это вообще не понимать?
Где моя, блядь, одежда? Все, совсем совесть потеряли. Не, вы серьезно или издеваетесь? А, не, вот школа Грифона. Так, стоп. А мечи где? Кота. Да, Котецкого, Котецкого. А вот. Даже арбалет вытащил. Да вы что, серьезно? У меня слов нет. Так, стоп. По поводу сёдел-то у меня что? Отдельные сумки 30. Здесь сколько? 100. Здесь у нас 45. 50. Ладно, я понял. Пора отсюда сваливать. Тихо, медленно, но верно. А, блин, склад я профукал. Та-ра-та-та-та. Это где-то было здесь, если я не ошибаюсь. А попробую смотаться. Хоть полутать смогу. Выживешь? Опс. Ой-ой. Это я как-то не ожидал, что он умрет. Второй этаж ногу просто себе сломал, да и все. Вот те ведьмак, сейчас сижу, смотрю. Это получается, я в общем счете потратил 8 часов. На снятие двух серий охренеть можно. Ну ладно, хотя бы так. Можно было и больше потратить. Вообще-то понедельник, вторник, среда, я думал делать игры, которые полегче снимать. Чтобы так людям на развлечение было, так сказать. Кого после похмелья, кого после тяжелого вникания в работу. Просто тупо посмотреть. А что-то получается как-то тяжеловато снимать бывает. Хотя 93 серии я уже и так снял. Вообще-то игра интересная, как ни крути. Ну, мое прохождение, друзья, тоже отличается. Я кто смотрел Готику с моря, тот понимает прекрасно, что я прохожу так, как мне интересно. То есть исследовать мир, всякую ерунду посмотреть. А не бегать тупо по миссии, меня это всегда раздражало. Угу. Я понял. Я голый опять. Теперь автосортировка сработала. Какая милота. Вовремя, блин. Нет, не вовремя. Так, арбалет еще. Арбалет бы было получше подкупить или школу кота сделать, но у него уровня, блин, не хватает. Это вот обидно. Так, давай сразу шпоры нацепим. И сохранимся. Хватит с меня! Что с тебя там? О, все закрыто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, кажись, вот хорошо в Готике, там вообще двери нигде нет. Мир без дверей, мир открытых дверей. А, смотри, куда идешь. Один раз так набрался. Что из ушей? Перо сильнее меча. Вот так. Так, стоп. Корабль на скеллинг мне не нужен. А мне нужно сбегать сюда. Может, попробую здесь хоть что-то осталось? Давай посмотрим, друзья. Надежда остается.
Блин, как мне тут и не нравится, когда вот меня переносят, блин, за яйца дергают. Нет, чтоб давай там встретимся, ты подходи. Я бы все спокойно полутал да подошел. Корабль на скелик я потом найду, мне сейчас не до него. Еще Декстри надо сходить. Я к нему уже иду, блин, восьмой час. Ой, блин. Да, это эти места. Отлично. Так, и теперь мне надо туда как-то пробраться. Вот она меня здесь ждала, да, я все правильно вспомнил. Надеюсь, там очень много вещей для лутания было еще, к тому же и не все полутал. Либо что-то осталось. А вот хрен мне, да? Вообще ничего не осталось. Надо было выбрать позицию, что иди ты... Хотя да, такую позицию тоже не выберешь. Ведьмак же этот, как там его? Пожухлый типа плейбой, о. Тоже его обижать неохота. Хоть и игровой персонаж. Ну все ж таки. Так, ну здесь я хотя бы это полутаю, и то хорошо. Да ёперный ты театр, как ж ты по лестнице-то бегаешь, а? Так, ну все закрыто, ладно, тут понятно все. Просто ошибок особенных нету. Просто один. Как отсюда выбраться, блин? Ой-о. Не, ну хотя если я сюда заберусь... Ну да, нормально выбраться можно. К сожалению, мой лут пропал. Сволочи! Лут мой убили. Эх, обидно. Так. Погнали. Так, теперь главное дверь не перепутать и куда-то в другое место не зайти стоять. Я против таких кладов проходил, да ни за что. Смотри, сколько всякого вкусного, ё-моё. А, ну да, вон уже и неписи не появляются. Да, сейчас добегу, короче, до этой точки. Надо перезагружать игру, потому что она все уже отдает концы. Ой, как меня это убивает. Раньше я мог у нее сутки играть. Вот те на те. Получите, распишитесь. Давайте. Но зато много вкусняшек, да? Могу насобирать. Напряжен... А, вон, появляются потихонечку ребятки. Ящиками такая вот беда. Ну ладно. А наверху еще ящички есть, надо посмотреть. А вдруг что-нибудь ценное найду, а? О, смотри, сколько спирта набрал. Пора уходить запой до конца жизни, который очень быстро настанет. Чем больше пью, тем больше не испытывай моего терпения. Берегись, мельницы! Вечный огонь обратит тебя в пепел! Ага, вас, уродов, я запомнил. Только их убить не могу. Не дури. Ну, как видите. Кровь,
Да, тут ни хреновенько, скажу, такая пробирочка получилась. Слушайте, мне кажется, здесь это все отреспливается, потому что оно не может быть такого, чтобы я столько не полутал. Не верю просто. Им же надо быть лентяем, чтобы это все не залутать. По расовому соображению. Ой-ой-ой. Я бегу. Орут, как будто я кого-то убил, блин. Отлично. Все, Декстри зашли. Ух. Что ж, друзья, вот на этом, пожалуй, я кусочковую серию заканчивать. Сейчас пойду склеивать, это долго и нудно будет. Всем удачи. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Но вот такой вот длинный бой лично мне понравился. Особенно карточный. Это довольно-таки уникально. Но тяжело, если честно. На максимальном уровне попробуйте. Но вот мне доставляет это удовольствие. Правда, мне не доставило удовольствие, что мне пришлось поменять уровень сложности с этими крысами. Мне это, я не знаю, я в этой игре до сих пор буду вспоминать. Не забуду вот никак-то. Я в играх не меняю уровень сложности. Но пришлось поменять, потому что ни хрена никуда не деться. Всем удачи, еще раз всем пока.